Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Воеводин Владимир Валентинович. Я заместитель директора вычислительного центра Московского университета и заведующий кафедрой суперкомпьютеров и квантовой информатики факультета вычислительной математики и кибернетики. Сегодня поговорим про компьютеры. Но не просто компьютеры, к которым все привыкли, а про отдельный класс компьютеров, который видели далеко не все, про который, наверное, многие кое-что слышали, и уж наверняка мало кому доводилось их использовать. Мы поговорим про суперкомпьютеры. А что из себя представляют современные суперкомпьютеры? Вот компьютер, о котором нужно сказать, это самый мощный современный компьютер. Sunway Taihu Light. Разработка Китая. Китай – удивительная страна, которая сейчас движется активно по всем направлениям, в том числе и в области суперкомпьютеров. Производительность машины – больше 100 петафлопс. Это 10 в 17 степени. Опять сравните – 10 в 17 степени и 10 в 9. То, что может современная персоналка. Разница – 10 миллионов раз. Вот она разница между привычным нам классом компьютеров и суперкомпьютерами, о которых мы говорим сейчас. Одновременно, обратите внимание, помните, я говорил, что не так важно, сколько памяти, оперативной памяти установлено в современной персоналке. Это может быть 32 гигабайта, 64 гигабайта. Объем оперативной памяти вот этого суперкомпьютера 1,3 петабайта. Пета, опять-таки, 10 в 15. Вот то, что там, вот то, что здесь. Этим же одновременно все, конечно, определяется и определяет и стоимость, но прикиньте, сколько могут стоить такое количество процессоров, такое количество оборудования, такой объем памяти, ну хотя бы по персоналочным расценкам, и ясно, что это, конечно же, десятки миллионов долларов, тем более, когда мы говорим о самых мощных суперкомпьютерах мира. По-другому здесь не может быть, природу не обмануть, конечно, подобные установки очень и очень дороги. И еще одна цифра, на которую нужно обратить внимание. Суммарно в данном компьютере больше 10 миллионов одновременно работающих процессорных ядер. И это нужно научиться использовать. И это именно позволяет работать данному компьютеру с такой огромной производительностью. Конечно, 10 миллионов – потрясающая производительность. В любой момент времени вы можете посмотреть, что из себя представляют самые мощные суперкомпьютеры мира. Два раза в год во всем мире подводятся некоторые итоги и формируется список 500 самых мощных компьютеров мира. Top500.org, сайт, доступный в интернете. Каждые полгода список обновляется. Вы можете посмотреть историю, вы можете посмотреть, что есть сейчас. Список очень и очень любопытный, интересный. Вы можете посмотреть, что делается в разных странах. Вы можете посмотреть, что делается разными компаниями. Вы можете посмотреть, где подобные системы установлены. Вы можете посмотреть, как примерно построены эти компьютеры. Сколько в них процессоров, сколько энергопотребления, с какой производительностью работает. Очень интересный список сам по себе, и, конечно, он отражает развитие компьютерной отрасли. Одновременно можно увидеть много интересного с точки зрения статистики. Например, вы можете построить графики изменения производительности по годам, и вы будете поражены, как быстро меняется компьютерный мир. То, что у нас сегодня лежит в кармане в качестве хорошего смартфона, 20 лет назад это был компьютер, который был в списке 500 самых мощных компьютеров мира. Это просто удивительно. Вместе с этим, если вам удалось сейчас вписаться на первое место, что само по себе, конечно, это очень сложная задача, это большие затраты, это большие деньги, это большой технологический прорыв. Это действительно сделать сложно, но на первом месте вы будете покоиться очень недолго. Пройдет 7-8 лет, и эта установка окажется на последней 500-й строке. Вот скорость развития компьютерного мира, вот динамика развития вот этой отрасли. Интересно то, что вы всегда можете сравнить скорость своего мобильного устройства со скоростью работы современных суперкомпьютеров. Мы сделали специальное приложение, разместили его на Google Play, на Apple Market. Вы можете скачать версии под Android и под iOS на свое мобильное устройство. Запустите тот самый TestLinePack, который используется и для измерения производительности самых мощных суперкомпьютеров. И вам это приложение выдаст как скорость вашего устройства относительно суперкомпьютеров прошлых лет. Ну, наверное, вам будет приятно увидеть, что ваше мобильное устройство, смартфон, планшет работает в 1000 раз быстрее, чем суперкомпьютер середины 80-х годов. И это действительно так. Но вместе с этим вы увидите, что ваше устройство в миллион раз медленнее, чем хорошая современная суперкомпьютерная установка. Вот здесь есть адреса, здесь есть то, как это инсталлировать. Можете поставить, проверить. Само по себе очень любопытный факт.
И давайте несколько слов относительно того, как устроен суперкомпьютер Ломоносов. Это одна из самых мощных систем в России. Это очень характерная для своей области система, ну потому о ней и расскажем. Вот это общий вид суперкомпьютера Ломоносов и несколько слайдов, которые показывают процесс его инсталляции и наладки. Будет понятно, ну, что процесс не такой уж и простой. Опять-таки, купили ноутбук, купили персоналку, поставили на стол, под стол, и вроде бы уже все работает, все нормально. Нет, в случае суперкомпьютеров так, увы, не получается, и здесь нужно подходить к установке подобных систем намного аккуратнее. На этом слайде показан процесс подготовки помещения. Помните, я говорил про вес суперкомпьютера? Помещение должно быть подготовлено, все должно быть надежно, потому и видите вот эти вот совершенно мощные, впечатляющие металлические балки, по-другому это все работать не будет, безусловно. Вот это удивительные, мы их называем между собой, пепелации, емкости с жидкостью, емкости с холодной водой, это тоже часть суперкомпьютера. Но мы привыкли, компьютеры — это тонкие информационные технологии, но какая вода, какие емкости, каждый из них по 5 кубометров холодной воды. Но без этого, в случае аварийной остановки суперкомпьютера, машина работать не будет. Ее нельзя отключать просто так рубильником. Она обязательно должна останавливаться постепенно. Там специальная система охлаждения, и на случай аварийного отключения электроэнергии вот этот запас холодной воды и предназначен. Всего в системе порядка 10 тонн гликоля, поскольку охлаждение выводится на улицу, и жидкость не должна замерзать, 40 тонн воды. Вот, казалось бы, сантехническое устройство – это тоже элемент тонких информационных технологий, это тоже неизбежная часть любой суперкомпьютерной системы. Это инженерная инфраструктура, которая должна поддерживать работу суперкомпьютерного комплекса. Вот те самые чиллеры, про которые я говорил, то, что жидкость охлаждающая выходит на улицу, здесь идет теплообмен с воздухом, 4 установки, каждая по мегаватту мощности. Здесь происходит охлаждение, холодная жидкость уже уходит назад. Вот энергетический зал. 250 квадратных метров – это только вычислительная часть суперкомпьютера, но примерно 250 квадратных метров – это все, что связано с энергетикой. Компьютер потребляет 2,5 мегаватта. Это нужно подвести. Нужно обеспечить резерв, если вдруг отключилась электроэнергия. Поэтому там большое количество батарей, ну, аккумуляторы, примерно как в автомобилях стоят, только там их 6 шкафов по 128 штук в каждом. Конечно, система уникальная во всем. И это отдельный зал, который поддерживает энергетику. Вот процесс сборки. Очень сложный процесс сборки, поскольку порядка 100 стоек с оборудованием, и все нужно подключить, как вы сами понимаете, абсолютно правильно. Подключить, взгляните на этот снимок, огромное кабельное хозяйство, 12 тысяч процессоров, порядка 6 тысяч вычислительных узлов. Все связаны между собой в соответствии со строгим законом, и этот закон должен быть строго выдержан. Потому вот здесь и присутствует больше 80 километров кабелей, которые нужны для соединения процессоров между собой. По-другому оно и не бывает. А чтобы немножко вот оценить масштаб данной установки, мы сделаем вот такую простенькую вещь. Мы построили модель того здания, где расположен суперкомпьютер. Вот это второй учебный корпус Московского университета вживую. Построим его трехмерную модель. Вот это выглядит примерно вот так. Вот здесь там для сравнения оставлена одна из машинок на стоянке рядом. Сделаем модель прозрачной, теперь мы видим то, что внутри. Немножко повернем ее, чтобы было лучше видно. Суперкомпьютер занимает 2 этажа и все крыло этого здания. Вот они, 1000 квадратных метров. На переднем плане те самые чиллеры, которые я говорил. Сзади видны внизу емкости с холодной водой. Чуть дальше зал с энергетикой. Левее те самые стойки, которые вот обычно красивые показывают, что это суперкомпьютер Ломоносов. Но это всего лишь 250 квадратных метров, которые без остальной инфраструктуры работать просто не будут. И это обычные размеры современной суперкомпьютерной установки. К этому нужно привыкнуть, с этим нужно свыкнуться. Да, колоссальные значения производительности, но ничто не дается даром. Вот парадная фотография суперкомпьютера Ломоносов. В таком виде он живет и работает. Причем, обратите внимание, это один из самых долгожителей списка топ-500, о котором я упоминал. Суперкомпьютер запустили в 2009 году. До сих пор он используется огромным количеством пользователей. Суперкомпьютер Ломоносов. Все, что касается суперкомпьютеров, это
уникальный класс, это уникальные области. Суперкомпьютеры отличаются, ну, по всем параметрам от обычных машин. Вернемся к пирамиде компьютерного мира. Суперкомпьютеры отличаются во всем, какой бы параметр мы ни взяли. Вот здесь показаны лишь некоторые из них. Возьмем производительность. Будем мерить в обычных ноутбуках. Ноутбук – это единичка. Производительность планшетов, смартфонов, ну, конечно же, она меньше. Производительность сервера, ну, пусть это будет 10 нормальных ноутбуков. Но в этих терминах производительность современного суперкомпьютера, как мы уже сегодня видели, это примерно 1 000 000, это примерно 10 миллионов. Вот соотношение того, к чему мы привыкли, и что рассматривается в суперкомпьютерной области. Если рассмотреть вес, конечно же, разница такая же колоссальная. Опять-таки, ноутбук — это примерно 1,5 килограмма. Как мы только что видели по тому же Ломоносову, это десятки тонн. Если взять энергопотребление, это мы тоже обсуждали, производительность обычного ноутбука, ну пусть это будет 100 ватт. Производительность обычного, энергопотребление обычного смартфона, ну это несколько ватт. Энергопотребление суперкомпьютера – это мегаватты. Все это накладывается, накладывается, накладывается и, конечно, выливается в большую стоимость, разницу в стоимости. Здесь она тоже велика. Стоимость современной суперкомпьютерной установки – это десятки миллионов долларов, это сотни миллионов рублей. Это очень дорогая установка, безусловно. Есть еще одна особенность, которая свойственна всем суперкомпьютерным установкам, которая там появилась и потихонечку опускается и проникает во весь компьютерный мир. Это колоссальная степень параллельности. Все суперкомпьютеры изначально были параллельными и содержали несколько устройств, которые могли работать одновременно друг с другом. Но развитие компьютерной техники таково, что вот эта степень параллельности, она сегодня проникает уже и во все мобильные устройства. У многих в карманах многоядерные телефоны, многоядерные планшеты, многоядерные смартфоны. Что будет через несколько лет? Весь компьютерный мир станет параллельным. К этому нужно привыкать, это данность, этому нужно учиться. Ну, нравится это или не нравится, но мир, он становится, компьютерный мир, он становится таким. Это отдельная технология, наверное, мы про это поговорим отдельно. Ну, а сейчас, под конец этой лекции, хотел бы задать лишь два вопроса, на которые нам, конечно, нужно будет найти ответ. Мы увидели, что суперкомпьютеры обладают колоссальной производительностью, несравнимой с тем, что чему мы привыкли. Мы увидели, что компьютеры, суперкомпьютеры обладают очень высокой стоимостью. Ну и отсюда возникает два естественных вопроса. Неужели есть те задачи, которые настолько сложны, что хорошего сервера под них не хватает? И второй вопрос, который связан с первым. Неужели есть задачи, которые настолько важны, что вот эти колоссальные вложения в суперкомпьютерную отрасль, они оправданы, они окупаются? Без ответа на эти вопросы, конечно, сложно будет воспринимать суперкомпьютерный мир, но, как вы понимаете, раз вопросы заданы и заданы в таком виде, на оба вопроса есть положительные ответы, но это составит предмет следующей лекции.